Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Toyota Harrier 2004 года выпуска, 3 литра бензин, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 236 тысяч километров. В данный момент случилось такое, что стартер отказался работать. Пока по нему не стукнешь, он заводить не хочет. Но даже когда стукнешь, заводит с трудом. Видать, расстояние между щеткой до коллектора уже увеличилось. Потребление большое идет, и он так жик-жик заводит. Сейчас снимем. Заказали щетки, заказали втягивающее реле. Снимем стартер и заменим. Попробуем сейчас завести его. Как он у нас в данный момент сделает. Как будто посаженный аккумулятор, но на самом деле это не аккумулятор. Аккумулятор здесь стоит новый. Снимаем. Снимаем накладку. Снимаем воздухозаборник. Так, отцепили проводку. Также снимаем батарейку. И, наверное, снимаем корпус воздушного фильтра для удобства.
нижняя часть фильтра у нас крепится тремя болтами внутри. И проводка у нас сзади здесь. Также снимаем воздуховод, который у нас в нижнюю часть идет. И откидываем проводку. Все, вот он стартер. Подлезть опять до него удобно. Здесь вот еще кронштейн этот, я его тоже сниму. Снимаем разъем. И откручиваем плюсовой провод. Головка на 12. И теперь можно откручивать два болта крепления стартера. Болты на 14. Один болт, и второй болт. Горячий. Вот он, стартер. Вот докуда человек мог долазить, туда и тюкал. Разбираем. Разбираем. С пылу с жару. Разберем, соберем, пока горячий. Как мопеды в детстве кололи двигателя.
Сколько грязи здесь. Щеток, щетки давно уже гореть начали. Да, все. Вот эти еще две щетки выходят немножко, а вот эти две, все, они уже до самого конца сгорели. Поэтому все вопросы и возникли. Ну и грязь, конечно. Подшипник отлично работает. Закрытый. Так. Коллектор тоже видно. Как раз вот он подгоревший. Это вот щетки его поджигали уже. От чего он так плохо и крутил. Сейчас мы его немножко почистим. Также вот эту грязь всю с него уберем. Промоем. И продуем. Новые щетки. Оригинальные. 28-130, 28-040. А здесь даже велосипед изобретать не надо. Здесь задняя крышка идет в сборе. Только переставим сейчас. И все. Это убирается, это убирается, это убирается, это убирается. Вот насколько торчат щетки, видно. А здесь вот они, щетки. Вот она вся и причина. Моем коллектор. И продуваем. Магниты. Все, помыл коллектор. Также помыл магнит, продул все здесь. Немножко добавили смазки, совсем чуть-чуть, здесь много ее не надо. Главное, чтобы она присутствовала. Теперь устанавливаем якорь. Прижимаем и устанавливаем шайбу. И стопор.
Все. Вот он у нас стоит вот таким образом. Конечно, он работает как наждак по щеткам, но крутит он. Не он по щеткам крутит, а щетки его толкают. Нагрузка немножко другая. Заводим его. Вот так вот. И устанавливаем в редуктор. Также снимаем и втягивающее реле. Ну что, только советской отмычкой смог открутить. Силовая отвертка не помогла. Вот советская отмычка. С торца ударил, а так грани срезала и все. На одном и на втором. Берем новый. Оригинальный номер его получается 28226. 28051. Сейчас наживлю пока один старый болт и пойду искать другие болты. Нашел вот такие вот. Закручиваем. И меняем эту. Дождь на улице сорвался. А теперь одеваем питание на щетке и закручиваем.
ни там, ни там шайб не предусмотрено. Идем устанавливаем. Все, устанавливаем на место стартер. Заводим его. Надеваем питание. И закрываем колпачок. Одеваем клемму. Все, стартер у нас установлен. Ставим на место кронштейн. Смазал болты. Я их наживил, но пока не затягиваю. Поставлю нижнюю часть воздушного фильтра, корпус, наживлю вот этот болт, потом уже подтяну.
Ну что, попробуем завести? Шепчет. Так он и должен работать. Крепим аккумулятор. Так, ну все собрали, запчастей не осталось. Пробуем еще раз запустить. Все, стартер крутит замечательно. На этом все. Замену втягивающей и щеток мы закончили. Всего вам доброго.